Семенов! 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 Слушаю. Один вагон с четвертого пути на третий, под сахар. Сделаем. Куда? Так вагон же сказал. Сиди, сейчас отменят. Семенов! Семенов! Слушаю. Вы еще не перекатили вагон на третий? Уже? Ищи. Тут обстановка изменилась. Надо его перекатить на седьмой, под соль. Ну, это уж не годится. Это не работа. Ну, простите, товарищи. Ну, ладно, мы пошли. Ходи. Ходи, твой ход. Дубль 6. Никогда не торопись. Товарищ Семенов. Семенов, слушай. Здравствуйте. Здравствуйте. Товарищ Семенов, извините. Вы случайно вагончик под соль не перекатили? Может, не успели? Перекатили. Понятно. Большое спасибо, уже не надо. Опять обстановка изменилась. Надо его на третий, под сахар. Ну уж это знаете. Это уже знаете что? Это не работа. Нет, это не работа. Я вас убедительно прошу. Ну, ради меня сделайте, пожалуйста. Ну, ежели ради вас, мы идем. Я пошел. Сейчас сам придет. Царапается. Ну, пусть войдет. Входите, чего уж там? Сан Саныч, вы уже? Уже? Что, уже не надо? Угу. Перекатить? Мне сказали, я сказал. Мне бы не говорили, я бы не говорил. Что я, мальчик? Катать вагон туда-сюда. Что это, игрушки? Вы на его руки посмотрите. Так куда же эту колымагу? Под соль? Под сахар? А куда? Пока поставьте на четвертый. Ха, уже стоит. Вы талант. Большой талант. Ну, как вы догадались? Вы сколько у нас работаете? Месяц. А я 20 лет. Thank you.